Хвала Афине! Теперь отпусти нас, прошу тебя! Не тебя. Деревня в безопасности, но не ты. Да, Перон, каждый получил, что заслужил. Это не я, клянусь! Что ждет этих двух людей? Они приговорены к смерти. Таков закон Кифры. Но мы решили, что ночь у позорного столба развяжет им языки. Они отказались говорить, где спрятаны деньги, похищенные у жертвы. Ну, хоть до завтра посидят. Если они все равно приговорены к смерти, какой им смысл хранить деньги? Староста, расскажи об этом убийстве. Они оба, Камей и Перрон, были стражниками Диодора, богатого торговца. Как-то вечером Ника, брат Диодора, пришел в гости и обнаружил Камея, стоящего над телом Диодора. Обыскав дом Камея, мы нашли там яд, которым был отравлен Диодор. Потом мы обыскали дом Перрона и нашли там часть денег. Они явно сообщники. Неправда! Он был уже мертв, когда я пришел! Конечно, Перрон. А убийца совершенно случайно оставил тебе немного денег. Понимаю, что факты против меня, но я не убивал Диодора. Хватит со мной спорить. Афина спасла нас, и убийцам не место в Новой Кифре. Они умрут завтра. Им вред! Убери людей! Давай же! Спасибо. Я мастер по фан, а это мои люди. Дайте мне минутку. Колени еще трясутся. Пафан, ты храбро бился. Честно говоря, в жизни так не боялся. Без страха нет храбрости. Храбрость в том и состоит, чтобы победить страх. Расскажи, что ты делаешь? Я управляю лесопилкой и слежу за рабочими. Не только. Мы обязаны тебе жизнью. Пафан спас нас от Фаэдона. Суд Фаэдона всех нас здесь приговорил к смерти. Пафан уговорил заменить казнь работой. Это была идея Персея. Я тут ни при чем. В чем же вас обвиняли? Мы все ужасные преступники. Я вышел на улицу после отбоя. Моя вина в том, что я назвал Фаэдона назойливый чужак. За это Фаэдон и приговорил их к смерти. Ты знал Персея? После того, как Фаэдон захватил храм, Персей пришел жить среди нас, в деревне. Он предложил, чтобы я забрал приговоренных для работы на лесопилке, чтобы спасти их. Теперь вы можете вернуться в деревню. Нам нужно восстановить лесопилку. Деревне нужна древесина. Мы здесь справимся. Спасибо тебе! Он приплыл, пока мы были в Балу. Убьем его команду и устроим засаду. Зачем же ждать? Вот он! Убить его! Ah!
хвала Афине. Говорят, терпение — друг рыбака, но и у него есть пределы. Я Полемон. Спасибо, что спасли меня. Тебе стоит вернуться в деревню. Там безопасно. Я должен наловить рыбы. Если ты идешь в деревню, найди моего племянника Кириноса. Он мальчик простой, но по-своему мудрый. Он будет меня ждать. Скажите, что я приду. Если я увижу его, все передам. Спасибо. Так, посмотрим, клюет ли еще рыба. Смирение – основная добродетель! Смирение – основная добродетель! Кири ждет дядю! Дядя несет домой рыбу к ужину! У бедняги явно не все дома. Храбрость – всегда выбор! Что это он бормочет? Основные добродетели Афины. Он слабоумный, но их знает хорошо. Мудрость – это упрощение знания! Кири ждать дядю! Киринос, твой дядя Полемон идет сюда. Подожди еще немного. Да, Кири ждет. Мудрость в том, чтобы делать то, что подсказывает мудрость. Кири ждет дядю здесь. Кири ждет здесь. Послушание всегда ведет к свободе. Ты знаешь добродетели. Кири следует добродетелям. Афина хранит малых. Правосудие. Правда в действии. Действие мыть полы. Ждать дядю. Афина наблюдает. Подожди здесь еще немного, Кири. Кири, хороший мальчик. Дядя, Кири ждет, как ты сказал. Ждет, как ты сказал. Молодец. Спасибо вам, что присмотрели за ним. Не ранена? Нет, Эрикос. Больше никого нет. Ты в безопасности. Стратег Эрикос. Адельфа, моя подчиненная. Благодарю вас за помощь в отражении атаки ионийских варваров. Рады были помочь, стратег. Теперь люди вернулись в деревню. Вы сопроводите юную деву? Конечно, юный воин. И если встречу по пути ионийцев, они у меня еще получат. Но на пути туда больше нет ионийцев, правда? Путь свободен. Идите прямо по тропе. Идем, Адель. Нам ничто не помешает. Ты уверен? Так или иначе, клянусь Афиной. Спасибо. Я надеялась, вы меня найдете. Ты знала, что мы будем здесь? Предчувствовала. В храме Афины мы можем чувствовать течение времени. Все остальные нам видятся, как неясные тени. Но вас видно четко. Все четче по мере приближения. Я рада, что вы пришли не ради меня, но ради малышки. Малышки? Маленькая Деметрия. У нее ужасный жар. Элени смотрела за ней, пока я собирала травы. Она еще не поправилась. Кассия, ты знаешь, что произошло в храме? Знала, пока не стала лечить Деметрию. Я была лекарем Медузы, верховной жрицы. Я первой заметила изменения, начавшиеся с появлением Фаэдона. В наших законах,
в наших привычках и в самой Медузе. Как изменились законы? Раньше система законов была устроена так, что их знали все. Фаэдон дал больше власти судьям, позволив им решать дела, как им заблагорассудится. Фаэдон и сам частенько бывал судьей. Как он изменил ваши привычки? Храм и деревня были раньше тесно связаны. Жрецы часто выходили в круг добродетелей и говорили с народом. Они даже приносили руно и лечили больных. Фаэдон все изменил. Что случилось с Медузой? Медуза всегда была немного тщеславна. Да простит меня Афина за эти слова. На этом и сыграл Фаэдон. Он постоянно льстил ей. Раньше ее волновало благополучие ее народа. Но она отдала всю власть Фаэдону, а сама стала проводить дни в праздных развлечениях. Возвращайся в деревню, там безопасно. Да. Надеюсь только, что еще не поздно спасти Деметрию. Афина, спаси! Дочь судьи! Защити ее! Спасибо, странник. Ты спас мой храм. Твоя жизнь важнее. Наш долг — жить в добродетели. Что станет с нами потом, это уже дело Афины. Годы не пощадили храм. Я буду долго восстанавливать его. Иона, у тебя есть долг поважнее. Тебе надо вернуться в деревню. Круг добродетелей погас. Я должен вернуть жителей Кифры домой. Добродетели темны? Я немедленно возвращаюсь. Иди домой, Иона. Прямо сейчас. Конец близок, путник, и я хочу прийти в Аид раскаявшимся человеком. Я Нико, стражники невиновны. Я вызвал их через дурачка. Я знал, что один возьмет деньги, а другому подложил яд. Деньги в моем погребе. Теодор, прости меня. Надо сказать судье, что те стражники невиновны. Мы все расскажем, когда вернемся в деревню. Здравствуй, Ясон. Чем можем помочь? Стражи невиновны. Что? Нет, нет! Судья, проверь подвал в доме Ника и скажи нам, что ты там найдешь. Хорошо. Что ты узнал? Диадора убили не они, а Нико. Я говорил! Молчи! Как ты узнал это, воин? Мы нашли в болотах Ника, раненого ионийским копьем. Перед смертью он признался. Стражники невиновны. Улики сфабрикованы, а деньги лежат в его подвале. Негодяй! Он нас подставил! Это правда! В подвале Нико лежат деньги. Эти двое невиновны.
Как скажешь. А что насчет Перрона? Отпустите меня! Ты нашел Диодора без сознания. Ты мог его спасти, позвав на помощь. Но ты набил карманы монетами и сбежал. Я? Но убийца Нико, а не я! Ясон, что ты скажешь? Что нам делать с Перроном? Все изменилось. Отпустите Камея. А Перрона теперь ждет новое испытание. Новое испытание? Это нечестно! Будет, как ты скажешь, Ясон. Будьте вы прокляты! Вот, дитя. Ну как ты? Лучше. Уже не так жжет. Получилось, Кассия. Спасибо. Не меня благодари, а траву. Или этих людей. Или себя за то, что привела их. Без вас я бы еще была в болотах. Подвиги не совершаются в одиночку. Афина дает вам смирение и силу. Мне есть чему учиться. Не волнуйся, Елене. Жизнь еще даст тебе шанс научиться смирению. Я слышала о вас. Афина привела вас на Кифру, дабы вы совершили правосудие. Я пыталась быть послушной, но, возможно, зря, раз это все равно случилось. Беды могут пошатнуть веру. Мы все не выдержали. Будь мы более храбрыми, возможно, мы бы изгнали захватчиков. Будь мы мудрее, предвидели бы их приход. Будь собраннее, нас бы не взяли так легко. Добродетели иногда противоречат друг другу. Как же выбирать между ними? Иногда главное быть мудрым, а иногда храбрым. Нужно уметь понять ситуацию и действовать так, чтобы быстрее достичь цели. Ты мудр, Ясон. Афина выбрала верно. Я подумаю об этом. Да хранит тебя Афина. Ясон, от имени деревни я благодарю тебя. Ты вернул не только круг добродетелей, но и наш народ. Это было желание Афины. Теперь наш путь лежит в храм. Будь осторожен. Когда врата закрылись, Персея преследовали ионийцы, и Фаэдон тоже там. Перед нами храм Афины. Святилище Золотого Руна. Слава Афине Ясноокой, Афине Непорочной, Афине Палеаде. То, что мы ищем там. Тут рассказана история создания Золотого Руна. Вначале Афина сама вдохновляла художников. Хотите, я расскажу? Расскажи нам, пан. Слушайте. Когда Зевс захватил власть над небом и землей, не все титаны были низвергнуты в Тартар. Тех, кто не восстал против Олимпа, пощадили, включая братьев Прометея и Эпиметея. Зевс поручил этим братьям создать людей и животных, которые будут населять новый мир. А что сказано тут? Сначала Эпиметей создал зверей и дал каждому из них свои способности. Птицы умели летать, медведь был силен, конь быстро ног, а павлин красив. Вздремну, пожалуй. А потом? Затем Прометей стал создавать человека, но выяснил, что все хорошие качества уже раздали зверям. Человек бы вышел с изъяном. Чтобы восполнить это, Прометей дал людям два дара. Придал им облик богов и даровал секрет огня, украденного с Олимпа. Прометей знал, что эти дары обеспечат людям превосходство над зверями и птицами.
Что случилось дальше? Эпиметей приревновал, не желая, чтобы Зевс меньше оценил его труды. И он создал еще одно животное, дав ему все качества, присущие другим животным. Он создал прекрасного золотого барана. Эпиметей хвастался, что человек во всем уступает его творению. Кто-нибудь хочет есть? Что случилось дальше? Лукавый Прометей предложил поставить рядом оба творения, чтобы лучше сравнить их. Прометей знал, что кроме добродетелей, у людей такие недостатки, как зависть и жажда власти. А потом? Оказавшись рядом, человек сразу же понял, что баран красив, силен и абсолютно доверчив. Тогда человек сделал копье, убил барана, снял с него шкуру и сшил себе наряд. Это золотое руно! Символ людских пороков и добродетель. Руно что-то другое. Что случилось дальше? Братья были сосланы в Тартар. Прометей за похищение огня и Эпиметей за создание барана. Потом боги стали спорить о том, что же теперь делать с руном. Зевс хотел уничтожить его, но Гермес счел, что оно должно остаться, чтобы исправлять содеянное. Наконец они пришли к компромиссу. Руно останется в мире смертных под неусыпным надзором мудрой Афины. Пути богов неисповедимы. Дальше. Руно хранилось в храме Афины на Кифре, под охраной жрецов. Афина дала каплю своей крови первому жрецу, чтобы помочь ему исполнять долг. До ныне в жилах жрецов течет кровь Афины. Эта история – урок для всех нас. Отлично, пан. Я всегда рад. Пан, ты настоящий поэт. Ладно, пошли. Еще трое ждут тебя, но они не знают, чего ждут. Я кое-чего не понимаю, Стрига. Зачем ты заставила народ Кифры ждать нас все эти годы? А с чем бы они остались? Разграбленный остров? Запертый храм? Убитые вожди? Я сохранила мой народ до прихода кого-то, кто действительно может их спасти. Я думаю, это ты. Твоя целеустремленность меня убедила. Ты мне докажешь? Я сделаю, как ты скажешь. Что требуется? Ты должен еще вынести 3 приговора. Трое оставшихся решали судьбы этого острова. Фаэдон, Персей, Медуза. Где Фаэдон? Фаэдон в зале философов на западе. Ты должен выяснить правду о том, какую роль он сыграл в трагедии. Где мне найти Персея? На западе, в зале хранителей. Персей – носитель моей крови, и он сохранен, но иначе, чем все остальные. Узнай, сможет ли он положить конец всему этому. Где верховная жрица? Ты найдешь ее только после 2 других. Лишь тогда ты сможешь противостоять той, кому я больше всего доверяла. Мы найдем всех троих. Помни, те, кто снаружи, невиновны и не несут ответственности за совершенные преступления. Однако тех, кто в храме, ты должен судить, ты сам. И будь уверен, они воспротивятся. Как ты узнал, что это Афина? Есть нечто странное в маленькой девочке, живущей в болотах. Особенно в сероглазой. Что ж, ясно. Куда теперь? К Фаэдону на запад или к Персею на восток? Надо разобраться с обоими. Зал философов. Пусть здесь говорят только ради правосудия и мудрости. Речь идет от сердца, а споры от головы. Чем лучше речь, тем быстрее я засыпаю.
Вот еще неплохой совет. Ученый говорит, мудрец слушает. Друзья мои, золотое руно ужасно! Ему не место в нашем мире! Хоть кража и преступление, она послужит благой цели! Клянусь, или имя мое не Фаэдон! Преступление не служит на благо людям. И мы должны поверить чужаку без имени! Мое имя Ясон, а твои речи лживы. Что ж, начнем дискуссию. Если ты, конечно, сможешь тягаться со столь блистательным собранием. Слушать. Наши обычаи требуют, чтобы все, кто держит здесь речь, сперва продемонстрировали знание предмета. Задавайте вопросы, пусть он отвечает. Ты, безусловно, сможешь продемонстрировать свои знания в истории создания руна. Начнем с самых простых вопросов. Кем было создано золотое руно? Титан Эпиметей создал золотого барана, чья шерсть стала руном. Это правда. А, значит, ты не полный невежда. Посмотрим, что будет дальше. Вот вопрос, на который ответит любой новичок. Какие два дара сделал Прометей людям? Прометей украл священный огонь и дал человеку. Каков второй дар? Второй дар Прометей создал людей по образу богов. Это верно. Неплохо, Ясон. Попал пальцем в небо? Что ж, задам тебе еще один вопрос. Кто убил золотого барана? Барана убил человек. Действительно? Отлично, Ясон. Найдет ли семя истины плодородную почву? Или зачахнет на скалах? Настало время начинать нашу дискуссию. Готов ли ты? Фейдон, обозначь предмет дискуссии. Тезис! Золотое руно — мерзость, коей нет места в этом мире смертных. В защиту скажет Фаэдон, смиренный служитель храма и верховной жрицы. Оппонент Ясон, путешественник, пришедший из ниоткуда. Начинай первым. Золотое руно — мерзость. Разве не его создатель, Титан Эпиметей, за труды свои был низвергнут Зевсом в Тартар? Владыка Олимпа явно посчитал его действия достойными вечного проклятия. Разве не очевидно, что результат тех деяний тоже достоин проклятия? Убедительный аргумент. Но неверный. Истинной причиной падения Эпиметея стал его вызов господству Зевса. Неважно, каким образом он бросил вызов Зевсу. Ему не хватило послушания. Вместо того, чтобы выполнять распоряжения, он стал соперничать со своим братом. Не результат его действия, но само действие вызвало гнев Зевса. Да, это хороший аргумент. Поддерживаю. Софистика! Неуклюжая попытка заманить в ловушку глупцов. Дальше! Второй аргумент. Руно противно воле богов и самой природе. Бессмертные боги на Олимпе считают, что должно быть так-то и так-то. А безумный пастух Клеопа берет руно и все делает по-своему. Не нравится мне этот тип. Смертные не должны менять божественный порядок жизни и смерти. Я считаю,
что воля богов должна быть не подвластна капризам несовершеннолетних умов. Благочестивый аргумент. Благочестивый? Скорее, холодный и циничный. Как насчет людей, почитающих богов, вдохновляемых ими? Разве не верно, что через человека боги проявляют свою мудрость? Плохо, что ты низкого мнения о людях, но еще хуже — твое низкое мнение о богах. Те, чей ум совершенен, могут предвидеть любые последствия и действовать верно. Действительно, отличный аргумент. Поддержу. Неуклюжее возражение. Твоя логика хромает. Продолжаем. Третий аргумент. Золотое руно выявляет в людях худшее. Войны велись за обладание им. Из-за него брат убил брата. Его пребывание на Кифре подвергает опасности людей. Горе тому, кто спит на золотом ложе, ибо лишь днем может спать, и нету ему покоя. Греция станет мирным местом, когда, наконец, лишится руна. Как проницательно! Он забыл, что такое адекватность. Не думайте, что мир воцарится, если соблазнов станет меньше. Люди всегда воевали. Не за руно, так за власть. Не за власть, так за земли. Не за земли, так за золото. Мы несовершенны и живем в несовершенном мире. Чтобы знать, что правильно в этом мире, нужно быть справедливым. Если жить по чести, опасность искушения не столь велика. В верных руках руно – инструмент справедливости. Разумный аргумент, но он обрушился, не вынеся собственной силы. Здесь побеждает Фаэдон. Взвешенное решение. Пришла пора завершать дискуссию. Друзья мои, я взываю к вашему благоразумию. Руно — это зло. Неповторимое и поэтому вдвойне опасное. Оно способно завоевывать страны и возвращать мертвых к жизни, и не только. Оно дает власть любому, кто его добудет, пусть даже грубой силой или хитрым обманом. Зачем же нам нужно идти на такой риск? Все, что добрые люди должны делать, они могут сделать и без руна. Я считаю, что нам лучше без него. Я лишь царь, а не ученый. Я обрел мудрость, правя людьми, а не изучая пергаменты. Я не буду ничего гарантировать, особенно если у меня нет нужного опыта. Но я точно знаю, что руно — это не добро или зло. Оно может ставить себе цель не больше, чем мой меч. В этой жизни ясно одно — то, что ничто не определено. Это самое главное свойство нашей жизни, и руно — часть этой неизвестности. Да, оно уникально, но это естественно. И как может руно быть чужим этому миру? Оно создано в этом мире. Нам говорят, что Титан Эпиметей создал золотое руно. Баран был создан, чтобы затмить человека. Опасно ли руно в недобрых руках? Да. Но в верных руках оно служит добру, так как может изменить все, что сделал человек. Руно может поощрять послушание, учить мудрости, давать храбрость, обеспечивать справедливость. Надеюсь, все согласны, что эти добродетели должны присутствовать в мире. Блестяще! Вот мудрость Афины. Слушайте! Хорошо сказано. Ты действительно талантлив, Ясон.
лавровый венок ему. Как вы все можете верить этому пройдохе? Отлично сказано. Я и не думал, что они способны постигнуть простые истины. Ты опасный подстрекатель, а с подстрекателями можно расправиться только одним способом. Какие могут быть дискуссии с воплощенным злом? Молчи, ничтожество! В храме говорю я! Татуировки. И ты украл руно! Что? Неважно! Мое дело здесь завершено! Было легко обмануть шлюху Медузу и ее труса брата. Нет. Теперь золотое руно находится у черноязыких. Злодей! Где оно? Где руно? Ты мне расскажешь. Оно там, где ты его не найдешь. Куда не сунешься! Этот меч некогда принадлежал жрецу Аида. У нас случился спор. Мы спорили, кто истинный владыка Тартара. Он утверждал, что Аид, но я знал, что это Геката. Несмотря на мои рассуждения, он отказался признать правду. Отличный клинок, не правда ли? Мечи заменяют речи. Нас спасли! Хвала Афине! Твоя мудрость одолела ложь! Как ему удалось нас всех околдовать? Мы, философы, предали Кифру, когда она в нас так нуждалась. Нужно пересмотреть свои убеждения и найти ошибки. Твои аргументы о важности руна убедительны. Я их запишу и прослежу, чтобы все остальные их изучили. Спасибо, Ясон. Мне стыдно думать, что когда-то я тоже восхвалял Фаэдона. Похоже, что Фаэдон обманул многих на острове. Это правда. Он умел быть убедительным. Но он не нашел, как тебе возразить. Слушать тебя — это была честь. Где ты учился ораторскому искусству? Я был на многих заседаниях суда. Я быстро понял важность фактов и логики. Афина сделала верный выбор. Спасибо тебе, Ясон. Зал хранителей. Здесь обучают солдат стражи храма. Здесь клянутся в послушании, храбрости и смирении. Одно копье может изменить судьбу.
Это девиз стражи храма Кифры. Один человек уничтожить стражу. Афина, я виноват. Я обманул твои надежды. Но дай мне доказать верность. Я докажу, чего бы мне это ни стоило. Ни шагу дальше. Я Персей, страж храма. Говорите, зачем вы сюда явились? Я Ясон, царь Иолка. Мне нужен ты или твоя сестра. Вы поможете мне вернуть золотое руно. Персей, люди Кифры живы. Мы спасли всех, кого могли. Народ Кифры понес свою кару, а я свою. Я сам должен искупить мою вину. Ты не можешь помочь мне. В чем была твоя вина? Я не остановил Фейдона и не защитил от его влияния Медузу. Чтобы остановить его, мне пришлось бы схватиться с сестрой, но я не смог. Я забыл свой долг и теперь проклят навеки и не могу уйти. Афина отвернулась от меня. Я могу лишь доказывать ей свою верность в надежде, что она вернется. Где твоя сестра, Персей? Она тоже наказана. Она тоже предала Афину, поддавшись гордости и влиянию Фаэдона. Но ее вина меньше моей. Я знал, что происходит, и ничего не сделал. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь покинуть храм? Здесь я предал богиню, здесь и искуплю вину. Не прячься от мира. Верни людям добродетели Афины. Ты не понимаешь. Я не брошу сестру. То, что я сотворил, невозможно исправить. Я готов учиться и молиться целую вечность во искупление нашей вины. Если так, то я должен найти Медузу. Не трогай мою сестру. Я тебе не враг, Персей. Но не пытайся меня остановить. Ошибаешься. Если ты хочешь потревожить мою сестру, значит, мы враги. Она не может скрываться вечно. Она виновна. Как Фаэдон, как и ты. Это не тебе решать. А ты не думал, что я исполняю волю Афины? Это богохульство. Не прикрывайся именем Афины. Фаэдон говорил так же. Он тоже собирался помочь. Может быть, ты меня проверяешь. Позволю ли я вновь чужаку погубить мою сестру? Не в этот раз. Достаточно. Копье. Афина с тобой. О, Афина, что я наделал? Ты слишком много думал о своей вине. Вопрос в том, что ты теперь будешь делать. Где твоя сестра, Персей? Она за водопадом. Она изменилась. Я хотел защитить ее. Видимо, время защищать кончилось. Копье добродетели. Только его носитель сможет пройти за водопад. Я верю, что ты посланник Афины. Ты мудрый воин. Моя сестра за водопадом. Да свершится правосудие. Спасибо, Персей.